Исполнение поручений Владимира Путина о социально-экономическом развитии Северной Осетии обсудили в Москве. Расширенное совещание провел помощник президента Максим Орешкин. Более 3,5 миллиарда на строительство и реконструкцию 8 объектов в Беслане на ближайшие 2 года уже одобрено. Для реализации еще 20 мероприятий предстоит определить источники финансирования. Речь шла и о развитии туризма в Северной Осетии. По поручению главы государства ведется работа по созданию нового туристического кластера. Стороны обсудили механизмы дальнейшей работы в этом направлении. Отдельное внимание уделили развитию туристско-рекреационного комплекса «Мамисон». Есть вопросы с финансированием объектов дорожной инфраструктуры, которые необходимы для полноценной работы курорта. Как отметил Максим Орешкин, часть средств выделят из резервного фонда правительства России, часть из федерального бюджета после внесения корректировок. Еще одна тема совещания – создание пульмонологического реабилитационного центра в Верхнем Феокдоне. На этот год запланирована разработка проектно-сметной документации. Сергей Миняйло рассказал также о планах по комплексному развитию Владикавказа и использованию простаивающих промышленных площадок. Будет создан индустриальный парк с перспективным размещением экологически чистых производств. Речь идет об электронике, приборостроении и энергетике.